Сегодня мы с моим другом Юрием Гальцевым хотим предложить вам экзамен по русской литературе. И если вы готовы, то Анастасия Назаровна в лице Юрия Гальцева выходит на сцену. Ой! Даже Крисин, не подходите ко мне. Даже Крисин ко мне не подходите, понимаете? Анастасия. Вы не подходите в педагогическом институте, Крисин на втором курсе. Вы будущий педагог литературы русского языка. Что вы дадите нашим детям? Что вы дадите? Отвечайте мне. Что вы им дадите? Что ты дашь конкретно? Что ты дашь детям? Дашь, Я им многое дам. Что дашь? Что? Спросите меня хоть что-нибудь. Я же учил. Зачем меня спрашивать? Я мне уже задаю, каждый день тебя спрашивают. Потому что если ты... Нельзя так крысить, понимаешь? Пожалуйста, Анастасия Назаровна. Я уже всех сдал, кроме вас. Всех сдал, кроме вас. Пожалуйста. Если можно, Анастасия Назаровна. Как я тебя терплю? Я учил. Да какой ты я учил? Ты я учил. Я учил все. Куда? Ну, что спросите, ты учил? Что-нибудь. Ну что тебя спрошу, да если ты ничего не знаешь? Все знаю. Муму, кто написал? Муму. Муму, это что у нас, Муму? Муму, что? Конфетка. Муму. Все сказал, да? Нет, помадка, конфетка. Помадка, конфетка, муму. Раковая шейка, гусиная лапка еще у нас есть, да? И кто у нас раковую и гусиную лапку написал, по-твоему? Тургенев. Ой. Понимаешь, вот хочется тебе, понимаешь, Крысин? Дать по лбу, понимаешь? Вот дать по лбу. Ну какой ты будущий, ну что ты дашь детям? Ну что ты им дашь? Да. Ну что дашь ты им? Многое. Да. Ну кто? Ну вот, а мать? Кто написал мать? Чья мать? Ваша мать? Или моя мать? Вы так и говорите, я что же не железный, мне нервы, я всех сдал, кроме вас. Чья мать? Мать просто, кто написал мать? А, мать? Ну! О! Пешков, о, Горьков. Правильно, Горьков. Ну, немножко хоть теплее. Не Горьков, а Горький. Он еще написал на дне. На дне рождения. Нет, рождения нет, просто на дне он написал. А, правильно, он написал. Просто на дне. Я учил, читал. Ну, а про что там на дне-то? Что там на дне? Что он хотел сказать на дне? Что он там? Про что произведение? Про водолазов на дне. И что там они делали, водолазы-то у тебя? А что там у них, Ну, что там у них? У них что там? У них там список водолазных работ. А что там на дне может быть еще? Рыбы и водолазы. И это ты дашь детям, да? А кому еще давать это? Ну, хоть ты правду говоришь, кому еще давать? Я всех ждал, кроме вас, еще что-нибудь спросите. Да нечего мне спрашивать, у меня вопросов-то нет. Ну, хоть что-нибудь одно. А? Пожалуйста. Знаешь что, Крисин, я вот все хочу спросить тебя. Я ничего тебя спрашивать не буду. Вот последний ответ, и все. Нет, все. Давай вот вторую фамилию, вторая фамилия через тире Новиков. Новиков? Новиков, тире? Что, у него две фамилии было? Я просто говорю, Новиков, тире? Девичья первая. Какая девичья, если он мужик, Новиков? Подсказка, Новиков при... Новиков при... При бабках? О, нет. Сейчас, Новиков при... Пришел. Приехал. Прискакал. Приболел. Прибыл. Присел. Новиков присел. И отдохнул. А? Отлично. Спасибо за отлично. Я такую оценку просто... У меня по всем три у вас отлично. Спасибо, Анастасия Назаровна. Фейс попроще сделал. Это вы сказали такое, отлично, что нифига не знаешь. Два. Ну, пожалуйста, ну спросите меня что-нибудь. Я не хочу тебя больше спрашивать. Еще хочу. Хоть один вопрос. Я не хочу, Крысин. Пожалуйста. Я не хочу, Крысин. Пожалуйста. Не хочу, Крысин. Хоть один. Да ни одного. Ты знаешь что? У меня на практику на следующий год только через мой труп. Понял, нет? Только через мой труп. Чего? Крысин. Только через мой труп, Крысин. Понял, нет? Допущу я тебя до практики. Ну, как скажете. Будем думать с пацанами. Только через ваш труп.
Ладно. Кристин, я не поняла, ты чё хочешь сказать? Анастасия Назаровна сегодняшнего вечера. Девица на выданье. И шьет, и вяжет. И слова худого не ставит. Юрий Гатин, Юра! Ну ты вытанцевал букет, ну смотри. Ну давай. Давай. Юрий Гальцев!